Серьезная коммунальная авария произошла сегодня на улице Лазурной. Лопнула труба, снабжающая бассейн, и вода вместо его чаши заполнила проезжую часть. К месту ЧП оперативно прибыла техника и специалисты горводоканала. Местные жители отмечают, что коммуникационные сети здесь сильно изношены, и коммунальные службы их регулярно ремонтируют. Но, видимо, уже пришло время не просто латать, а менять трубопровод полностью. Напомню, в июле увеличатся тарифы на услуги ресурсоснабжающих организаций. Дополнительный доход горводоканал и компания Сибэка направит на ремонт сетей, чтобы снизить количество аварий. Прорвало трубу. А почему ее прорвало, я не знаю. Но причина уже здесь 5 или 4 года на этом месте. Ревневку, здесь идет канализация, и они не могут разобраться. Понимаете, все организации, я их собирал летом в кучу, звонил по телефонам, но они немножко сдвинулись, понимаете. Но мы страдаем от этого. Здесь живет много людей, жил массив. Около 3 часов дня информация о потопе на дороге поступила в единую диспетчерскую службу. Пришлось расконсервировать ливневую канализацию. Трактор-экскаватор очистили решетку коллектора, чтобы вода начала уходить. Одновременно с этим работает специальная помпа, откачивающая воду с улицы. Общественный транспорт, который уходит по Лазурной, пустили в объезд по Гусиноборскому шоссе сразу на Волочаевскую. Автолюбители и водители некоторых маршруток для объезда используют парковку ближайшего магазина. Освобождение проезжей части в ближайшее время выполнено. В дальнейшем будет работать непосредственно на устранение аварии на водоводе. Холодная вода. Эта труба проходила непосредственно, по всей видимости, на бассейн, который произошла непосредственно.